Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Lexus LS 2011 года выпуска. Объемом 4,6 литра 1УР FSE. Пробег двигателя составляет 72 тысячи. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеется сопроводительный пакет документов, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Также имеется видеообзор работающего двигателя. С объемом двигателя 4,6 V8 бензин. Двигатель у меня сейчас заведенный. Работает очень тихо, бесшумно. Отличная работа двигателя, все жидкости присутствуют. Итак, давайте-ка посмотрим пробег на автомобиле. Всего лишь 72 тысячи. Ошибок по двигателю нету. Давайте-ка протестируем. Работает отлично и ошибок нету. Производим визуальный осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.